Привет, с вами я, Милки. И сегодня мы будем испробовать вот эти вот фломастеры. Я их очень давно покупала. На вид они очень яркие. И тут вот написано. Яркие, нетоксичные. Я не знаю, что такое токсичные. Сейчас беру листочек. Вот взяла листочек. И испробуем их. Такие себе. На камеру они как-то плоховато выглядят, но сейчас они очень просто. Берем. Так, хорошие. Мне нравится. Сейчас собираем их. И сегодня мы будем раскрашивать Наруто нашего вот. Открываем, ставим вот здесь вот. Ну что ж, поехали. Значит, я всегда начинаю с волос. Ого, какой яркий. Я всегда вот так делаю, потому что мне удобнее. Так, ой, камера чуть-чуть зашевелилась. Они такие толстенькие и вот эти большие, но где вот маленькая, там неудобно, очень неудобно. Вот так, раскрашиваем. Ай! Блин! Ладно, чуть-чуть вышло за грань, ничего. Опа. Вот тут вот будет неудобненько. Так, положим на место. Берем. Я их, правда, очень давно покупала, даже не помню, куда. Их всего-то 12 штучек. И аниме Наруто я смотрела. Только не помню, сколько серий. Ну, в одном сезоне их очень много. Да. Так. Как-то поговнялся. Как-то нехорошо выходит. Ну ладно, ничего. Ну, как-то вот так сделаем. Так, сейчас мы... Сейчас берем... Господи. Что-то у него не открывается. Опля, все открыли. Еще некоторые трудно открываются, мне это не нравится. Я делаю это все в своем скетчбуке. И они чуть-чуть делают вот так вот, видите, да? Вот так вот. Мне не нравится это. Видите? Так, сейчас. Тут вот. И вот тут вот. Все. Так. Ложим. Я сейчас возьму свой маркер бежевый, а то тут нету, видите, бежевого нет вообще. Сейчас я возьму попляр и аккуратненько раскрашу. Он почти сухой у меня. Не знаю, придется чем-нибудь потом его разбавлять. Как-нибудь попробую. Еле-еле как дышит уже. Вот, еле-еле как дышит. Видите, как он еле-еле дышит. Я офигеваю просто.
Вроде бы он бы дожил бы до этих дней. Почти два, еще чуть-чуть осталось. Выживи, мой прекрасный рыцарь. И да, он выжил. Ура, все вышло. Сейчас я сделаю тени. 24-й год. 24-й год. Так вот. Вот так вот делай-ка. Так. Вот так у меня выходит. Вот так вот красивенько, мне нравится. Сейчас я возьму белую ручку. Белую ручку я свою не нашла, но решила взять 33-й и сделать самое хорошее затемнение. Вот так вот. Как-то вот так вот выходит. Но мне нравится. Теперь дальше раскрашиваем. Теперь берем оранжевый. Нам нужен оранжевый. И вот здесь вот так раскрашиваем. Сейчас я сделаю вот так вот. Так, подвинем. И поехали раскрашивать дальше. Опа. Если кто не знает, хороший канал тоже любит пробовать разные краски, там карандаши, маркеры, фломастеры и так далее. Переходите на канал Сюзанны. Очень хороший канал, мне нравится. Сейчас здесь вот так аккуратнее как-нибудь. А то я себе... Так, доделываем быстренько. Вот тут вот так вот. Потом я это буду долго редактировать на своем мульте, который стоит 42 тысячи. Это нормально для меня так. Не так редко-то выходит. Сейчас я возьму серый карандашик и сделаем здесь вот так вот. Вот так, вот так. И здесь чуть-чуть так потемнее сделаем сейчас. Вот так вот. Вот так, теперь начнем с глазами. Что-то глаза какие-то кривые. Вот так вот, все. Ну ладно. Так, вот сейчас берем. Голубеньким сделаем. Берем темно-синеньким. Делаем вот так. И так у нас вышло. Теперь мне как-то нибудь надо придумать фон. Давайте сделаем как-нибудь. Давайте черным что ли обведем. О, я знаю, что я сделаю. Я сделаю дерево сакуру чуть-чуть. Я думаю, так будет красивенько. Так. Так. Я доделала. Вот, вот так вот. Сейчас положу. И берем коричневый.
И рисуем здесь веточку вот так вот. Лето. Точно, я забыла раскрасить повязку, когда Света ухнулась. Нормально. Так. Теперь опять берем карандашик. Делаем вот так. И аккуратненько вот так делаем. Вот так вот. Теперь берем вот эти два цвета. Вот эти вот. Теперь делаем точками. Теперь делаем вот этим цветом. Этими фломастерами рисовала уже дерево сакуру и вышло очень красиво. Мне понравилось. Так. Еще делаем такие полосочки. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Ну, в принципе, все. Вот так вот. Я взяла белую ручку, теперь делаем блики. На таком желтом не будет видно блики. И сделаем вот здесь блики. Купля. Вот так вот сделаем. Ой, извините, что я вас чуть-чуть шатнула. Так, так. Так. Так, 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 так. Теперь здесь сделаем. Сейчас скажу, эта бумага очень тоненькая, вот. Ее слегка можно порвать. Теперь делаем здесь, на сакуре. Так. Вот так. Вот так и... Вот так вот. И на лице тоже. Так. Вот так. Теперь на глазах. Блики делаем. Ну, так как-то выходит. Я делаю так, чтобы было красиво, ребята. В принципе, все. Теперь я ложу этот. Ой, неправильно. И последний итог. Показываю итог вблизи камеры. Вот что у меня вышло. Вот такая вот красотень. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. И удачи всем. Пока, мои совята.